Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кузнецов Дмитрий, компания «Аля» и Герпес Адольфович, собственной персоной. Потревожили человека в лаборатории, спрашивали его руководительницу, а она, как назло, в стерильной комнате. Ну и, конечно, когда придет, будет неадекватная. Давайте послушаем, как такую простую информацию тяжело донести до коллектора. Итак, внимание, поехали! О. Ждите соединения. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, я вас слушаю. Меня зовут Андреева Яна Александровна, старший инспектор компании «Велес», ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Татьяна Ивановна, кем вам приходится? Танечка, руководитель наш. А, просто коллега по работе, можно так сказать. О, коллега, это вы не принижайте ее достоинства, будьте любезны, сударыня. Это наш руководитель, старшее звено. Она ваша не родственница, я так поняла. Ой, скажите, можете так. Вы не передать, можете наш номер телефона? А, ваш номер телефона? Да, который... С которого вы звонили? Ну, я вам скажу так. Простите, напомните вашу фамилию. Ой, простите, фамилия не надо, имя и отчество, будьте любезны, конечно же. Мне так проще будет общаться. Я интеллигентный человек, я привык по имени и отчеству обращаться. Как ваше имя и отчество? Вы передать можете номер? Конечно, конечно. Я просто вам хотел объяснить, что да как. Имя и отчество, поэтому вас выпытываю, если вы не против, конечно. Меня зовут Яна Александровна, но даже если вы будете специалистом в ответе, есть информация предоставить по данному номеру. Конечно, Яна Александровна. Да, да нет, я вам объясню, почему Танечка сейчас не взяла трубочку. Вы дозвонились ей на телефон, она его оставила на верстаке на лабораторном, а сама спустилась... скажем так, в лабораторию, в стерильную комнату. Вы, наверное, слышали такие термины, стерильная комната. Ну, да, это у нас у ученых есть такое. А, что и как? То есть человек спускается туда, готовясь к этому 3 дня, ну, вот, в буквальном смысле. И только высшее руководство потом дает резолюцию, что ему можно туда проникнуть. Одевается желтый комбинезон, все это на голову. Она нет, так без этих вариантов, без этих подробностей я в результате не смогу вам донести ту необходимую информацию, которая действительно является ключевой в нашем с вами диалоге. Он туда спускается, там повышенный радиационный фон. Ну, потому что там всевозможные опыты мы ставим. И там можно находиться 4 часа, не более. Вот она уже там. 12 часов находится. Ну, она такой человек, Танечка, преданный науке человек, она уже сама не своя. Ну, знаете, вот представьте себе человека доброго, умного. Ой, но практически... Не рассказывать мне подобных подробностей. Почему? Время еще распространяется официальная информация о вашей деятельности. Поэтому вы, пожалуйста, передайте ей наш номер. Да дело в том, что суть-то всего, она не сможет воспринимать эту информацию после возвращения из этой стерильной комнаты еще 12 как минимум суток. Она будет в неадекватном состоянии. В общем, вы ей передайте, как у нее будет возможность, пусть она с вами свяжется. Вам спасибо, всего доброго. И вам спасибо. Друзья, я прям вот когда прослушал, переслушал этот ролик, я прям представлял, как это сидит девчина в этой гарнитуре, сидит и моргает своими глазами, не понимая, а как ей реагировать на такую интересную информацию и как анализировать ее. Ей же нужно выдать какое-то свое первое. Она понимает, что это потеря времени, она здесь не заработает, потому что третье лицо на связи. Но собака, он такие умные вещи говорит про стерильную комнату. Вот она сидела максимально долго, выжидала, потом все-таки не выдержала и решила закончить этот разговор. А поверьте, есть некоторые особи, я вам готов продемонстрировать, да, если пороетесь на канале, найдете там плейлист, где Герпес Адольфович троллит. Ну, она вот этот ролик как раз в этом плейлисте будет. Есть особи, которые реально вступают с Герпесом Адольфовичем в перепалку, надеясь на том,
что это какой-то там ботан неадекватный, тупой, но в итоге такие разворачиваются баталии, точнее избиение младенцев со стороны Герпеса Адольфовича, когда он их ставит так шикарно на место. Я рекомендую вам послушать этот плейлист, если у вас плохое настроение, просто включайте Герпеса Адольфовича плейлист, где он троллит коллекторов, и ваше настроение неминуемо вырастет, поднимется. Ну, а если серьезно, то Герпес Адольфович возглавляет в компании «Алям» отдел юмора. Друзья, кто в курсе, тот понял. Мне, кстати, очень приятно читать комментарии. Недавно тут отписался один гость, может быть, уже и подписчик нашего канала. Он заподозрил, что... Говорит, так... приводит пример, ссылочку на ролик, и говорит: друзья, вас обманывают, это не Кузнецов, это другой человек. Ну и приводит в пример там какой-то диалог с нашего канала. Мне очень приятно, что меня уже даже не узнают. Так вот, имеющий уши услышит и поймет, кто такой Герпес Адольфович, и кто такой моряк Герасим, и кто такая Матильда, ну и много чего еще. Ладно, друзья, не будем вот на этот счет, а действительно давайте о серьезных вещах поговорим. И эта информация касается тех, кто недавно на нашем канале и не может понять, что происходит, как вообще ситуация может складываться таким вот образом. Я имею в виду людей, которые в отчаянии ищут способы решения своих проблем с кредитами. То есть, если у человека есть долги перед банками, микрофинансовыми организациями, не знаю, онлайн-займами, то человек, как правило, если эти кредиты уже, что называется, перевалили за все возможные границы, в отчаянии. Но, друзья мои, это ваше отчаяние напрасное. Я вам предлагаю посмотреть... ролик, выложенный на нашем сайте, а именно как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». То есть не так. Сначала подпишитесь на наш канал и просмотрите десяток, может быть, больше роликов с нашего канала и успокойтесь, возьмите себя в руки и после этого перейдите по ссылочке на наш сайт. Ссылка есть в описании любого ролика, и этого в том числе. Также ссылка, кликабельная, простите, подсказочка для вашего удобства сейчас выйдет в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Так вот, на сайте есть видео, повторю. Видео четко, подробно, по полочкам, что называется, рассказывает, как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Компания «Алям» – это один из ведущих юридических операторов на территории Российской Федерации. И работаем мы со всеми регионами. Где бы вы ни находились, в каком уголке нашей необъятной страны, если у вас есть интернет, вы можете воспользоваться услугами нашей компании, как это сделали уже сотни других людей, и они довольны. Так вот, если вы хотите знать, что для вас мы можем сделать, а в двух словах, мы можем создать условия, когда банкам, ну вообще вашим кредиторам будет выгодно отказаться от претензий. Пожалуйста, пройдите на наш сайт и посмотрите видео на нашем сайте. После чего оставляйте заявочку, так как рассказывается вот, собственно, в этом видео. Запишите себе в контакты ваших телефонных аппаратов номер телефона. Цифры эти вы найдете на сайте. Звонить не нужно. Нам очень сложно дозвониться. Закажите обратный звонок и в рабочее время, 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья, по московскому часовому поясу, с вами свяжутся наши специалисты и все вам подробно расскажут. Пожалуйста, оставляйте корректную информацию в форме на сайте и ждите звоночка, не пропустите. Но перед этим обязательно посмотрите видео на нашем сайте. Еще раз, для вашего удобства выходит кликабельная подсказочка в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она.
Также я вам предлагаю обратить внимание на еще один плейлист на нашем канале «Обращение Кузнецова Дмитрия к подписчикам канала». Очень много интересной информации. Здесь создаются ролики по теме, конкретно задаваемой гостями канала, клиентами компании «Лиам», подписчиками нашего канала. И мы конкретно по каким-то особо острым вопросам записываем ролики и отвечаем конкретно, в четком конкретном сегменте на тот либо иной вопрос. Тоже многим будет интересно. Посмотрите, вот кликабельная подсказочка опять в правом верху, в верхнем углу выходит на этот плейлист. Если вам интересно познакомиться с руководителем канала, что называется, поближе, глаза в глаза, вот эта подсказка. Ну, а всем остальным я предлагаю поставить лайки, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, вступайте в группу ВКонтакте, у нас есть группа ВКонтакте, ссылка на группу в описании этого любого другого ролика, там много полезной информации, и плюс ко всему все ролики с YouTube канала дублируются в нашей группе. Ну и пожалуйста, это уже от меня просьба, репост в соцсетях, пускай как можно большее количество людей узнает всю правду, подписавшись, посетив наш канал. Ну, я желаю вам счастья, благополучия, финансового и физического здоровья. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.